У нас вчера с позавчера шла спокойная игра, козырей в колоде каждому хватало, и сходились мы на том, что оставшись при своем, расходились, а потом давай сначала. Но вот явились к нам они, сказали здрасте, мы их не ждали, они уже пришли. Ну а в колоде как-никак четыре масти, а не давай хватать тузы и короли. Пошла, но с утра неудачная игра, не мешайте, не хлопайте дверями. И шерстят они нас фух, им успех, а нам и сфух. Но тузы они ведь бьются козырями. И вот явились к нам, они сказали здрасте, мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде козырей четыре масти, а не давай хватать тузы и короли. Шла неравная игра, одолели шулера, карта прет им, ну а нам пойду по кличу. Зубы щелкают у них, видно, каждый хочет вмиг кончить дело и начать делить добычу. Ох, как явились к нам, они сказали здрасте, мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде как-никак четыре масти, а не давай хватать тузы и короли. Только зря они шустры, не сейчас конец игры. Жаль, что вечер на дворе такой безлунный. Мы плетемся наугад, нам фортуна кажет зад. Но ничего, мы рассчитаемся с фортуной. Но вот явились к нам, они сказали здрасте, мы их не ждали, они уже пришли. Но в колоде все равно четыре масти, и нам достанутся тузы и короли. Бой, бас, аккорд. Большим пальцем играете пятый бас, потом дергаете три струны нижние одновременно вверх, вот этими тремя пальцами. Потом играете четвертый бас и также дергаете струны вверх. Применяется здесь прием педаль левой рукой глушения струн. Струны приотпускаете, они глушатся, потом зажимаете и дальше играете. Описание.